Так, ребята, вот поле, прямо тут же, рядом с тем местом, где у меня вот база, вон эти сараи сеновальные. И вот поле, местная кукуруза. Значит, какое сегодня? 5 сентября 2013 года. Я не понимаю только, откуда здесь столько воды. Дождь, что ли, ночью был? И вот она, эта кукуруза. В магазинах уже неделю, как продается латвийская эта кукуруза. Я знаю, что есть поля, выращивают, но ее вообще-то перерабатывают, насколько я знаю, сразу же косят, сразу же молят на корм. Вот она поближе сейчас, более-менее по суше. Вот они, эти початки. Вот он, початок. Видите, рост, высота 1,2 метра, чуть повыше меня. Вот, значит, я на вытянутую руку. И вот сколько тут гектар, черт его знает, аж за горизонт уходит. Кукуруза эта растет. Вот такие вот маленький такой сюжет о местном сельском хозяйстве. Не знаю, сколько тут еще осталось теплых дней. Видимо, она еще будет на корню. Но я думаю, что уборочная будет происходить на моих глазах. Все это тоже я зафиксирую, чтобы посмотрели. Я в этом году хотел сделать репортаж об экзотических, ну как сказать, о нетипичных для этого региона растениях. Здесь есть недалеко от моего дома прямо шелковица, он же тутовое дерево, и, между прочим, плодоносит. Черешня есть желтая, персики, но очень редко, и такие угнетенные. Виноград, между прочим, виноград в этих краях даже культивируется и делают вино из него. Вишни очень сладкие, красивые есть. И есть грецкий орех, и его много. Но он не такой, как в Украине, где я родился и много времени провел, а какой-то тоже недоразвитый. Но, тем не менее, он есть, и я обязательно это все сниму. Вот кто не верит насчет шелковицы, я в этом году я подходил к этому дереву, но плодов не было. Или птички склевали, или, я не знаю, было пару зеленых каких-то. Веселье, я думал, нет, недостойно это того. Может быть, в следующем году, я надеюсь, что с этим деревом ничего не случится, и я это сниму. Вон сеновал. Ну, в общем, все, пока на этом. На кукурузе все.